Приветствую всех на канале. В этом видео я выбрался на водоем, чтобы проверить бальзам звездочка. Замешать на его основе насадку. Итак, добавляю в хлеб. Так, замочим в воде. Все, теперь тщательно замешаем эту насадку. Проверим, как она будет работать на карася. Нашел вот такое дикое озеро. Как-то грязновато здесь. Ну, впрочем, проверим. Насадка, конечно, пахнет. Мне очень нравится запах звездочки. Посмотрим, как карась отреагирует. Вот так, в конечном итоге, я замешал. Запах сильный у этого хлеба из теста. Ну что, насадим на крючок. Так, думаю, слишком большой будет. Попробуем с маленького. Ну что, забрасываем? Это, конечно, не червя макнуть или опарыша макнуть, как многие делают. Это вот прямо я взял так, но пока поклевок я не вижу. Хотя до этого я тут проверял свою новую насадку, поклевки были. Хотя вот, вроде поклевочка была. Ну что, ждем. Посмотрим, поймается ли у нас карась на звездочку. Ну что, прошло уже 10 минут. Пару раз я сменил насадку, но имею в виду, насадил свежую, делал перезабросы. Лишь одно потюкивание было поплавка и все. И вот сейчас снова начал тюкать. Но уверенной поклевки пока нету. Возможно, именно в этом озере карась не предпочитает подобную насадку, имею в виду бальзам вьетнамская звездочка. Но я вижу, что он подходит, пробует, скорее всего отходит от этой насадки. Уверенной поклевки, в общем, я так и не дождался на звездочку. Напишите вы, пробовал ли кто-то ловить на звездочку, вот конкретно замешивать тесто или хлеб, как у вас ловилось. Я, честно говоря, звездочку пробую впервые, решил проверить этот вариант и либо включить его в свой арсенал ароматизаторов для ловли карася, либо исключить. Но пока я поспешных выводов не делаю, напишите вы, мне будет очень полезная информация, ловилось ли у вас на тесто со звездочкой, конкретно карась. Но я еще проверю на других разных озерах эту насадку, и тогда уже пойму, работает, не работает. Думаю, эксперимент можно закончить. На звездочку мы карасика не поймали. Да, он подходит, интересуется, но уверенной поклевки у него нету. Конкретно на этом водоеме звездочка карасю не нравится. Так что буду продолжать дальше экспериментировать и буду публиковать, как всегда, на канале только проверенные рабочие рецепты. Как всегда, благодарю вас за поддержку, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и увидимся в следующем очень полезном и интересном видео. До скорых встреч!